Здравствуйте, Манушалы. Всем счастья, радости, благополучия, кто меня слышит. Хочу сказать, все, что буду говорить, касается лично Борю Крыма. Боря, ты там говорил по видео, чтобы мой муж с тобой там встретился. Так, ты там говорил, что порода твоя там знает за все, за вот это, что ты стромил нас. Ты стромил мою породу, затронул моих всех. Тебя никто, Боря, не трогал. Ты трогал моих детей, мою семью. Ну, всех-всех-всех. Ты затронул породу. Потом еще хочу сказать по поводу того, что Боря вышел в видео и говорил, что кто-то там будет спрашивать с меня, что все знают, касается это. Какой-то интерес он проявляет ко мне. Что-то он там интересуется. Боря, со мной ты не имеешь никакого права говорить, так как я женщина. Ты должен говорить с моим мужем. Поэтому, Боря, мой муж завтра приезжает в город Львов в 6 часов вечера. Гостиница Львов в городе Львов в 6 часов вечера на парадном входе будет мой муж. Ты можешь там с ним встретиться и поговорить обо всем. По телефону мой муж не будет говорить, потому что мой муж по телефону не разбирает дела. Он встречается, конкретно говорит. Не как ты, прячешься и по телефону только можешь отвечать людям. Во-вторых, тебя уже зовут люди очень долго на суд цыганский, чтобы ты пришел на сходку из города Киева. Тебя очень много людей ждали. Уже это длится целый месяц, Манушал. От него никакого ответа нету за то, что ты принимаешь там решение в одностороннем порядке. Так как ты хочешь, что ты делаешь с людьми. Судьбу человеческую ты решаешь. Ты кто вообще такой, Боря? Очнись и пой, дорогой. Кто ты такой? Никто и зовут тебя никак. Манушал, йов страминел мири порода. На не полсо. Одой голосовой, когда в саруйсы. Голосовое сообщение. Одой сару саруйсы. Сой вракердя, одой саруйсы. Поэтому, Боря, я хочу тебе это все отвернуть трижды больше. То, что ты говорил на нас, на мою породу. Все вот то голосовые, что есть с твоих уст, что вышло с твоих рта твоего грязного, что вышло, чтобы это было все тебе одному во рту. Все, что ты говорил. Самое грязное все, что было тебе во рту, что ты от этого говорил на меня, на мою породу, на всех остальных. По этому голосовому, что ты отправлял эти смски, все будет тебе во рту, лично тебе одному. Сарен, Кезор, Бахса, Степек, он Маншуна. В ответ будешь не говорить, что-то там объясняться, как-то уходить из этого разговора. С тобой говорить я больше не буду. Если ты себе это все не вернешь, то, что ты стромил меня и мою породу, то будем говорить с тобой по-другому. Пусть тогда уже не обижается никто за тебя. Или пусть твои родственники тебя немножко прикрутят. И ты вернешь все себе в рот. Что ты говорил, ты все себе отвернешь, это тебе во рту будет все, что ты говорил. Камам ти добханав, декадава відео, пале борясте, кремусте. Боря, ты не прячься, как женщина, а выйди с моим мужем и поговори.